Дамы и господа, всем привет! Вы знаете, что я прям ярый поклонник всего, что можно приготовить на гриле. И, ну, не всегда есть возможность, конечно, выехать на дачу и все это дело сделать. Благодаря устройствам, которые сейчас производят, которые можно пойти и купить, можно, в принципе, гриль-барбекю устроить у себя дома. Даже позвать друзей, поставить на стол и прямо здесь на месте пожарить. Так ладно, давайте расскажу. Это у нас, ребят, гриль Redmond Stickmaster RGM M807. Это, как ясно из названия, прям мастер стейков. Ну, здесь, в принципе, у меня уже готово это блюдо есть. Я его прям сделаю здесь, в этой самой комнате. В чем вообще смысл этого? Все мы с вами знаем, есть сковородка, к примеру, гриль. Там, ну, поверхность, соответственно, ребристая. Поэтому получается, в принципе, рисунок. Но здесь у нас две поверхности, одна снизу, одна сверху. И верхняя часть, она очень тяжелая, она, соответственно, прижимает все это дело. Все прожаривается равномерно, но и здесь плюс еще есть автоматические программы. Гриль Redmond Stickmaster, он вообще выполняет, в принципе, функции нескольких дорогих и крупногабаритных приборов на кухне. Но сам, в принципе, компактный и не занимает много места. Даже можно сказать так, что вот этот вот Redmond Stickmaster, это прибор 3 в одном. Духовка, гриль и жаровня барбекю. А я очень люблю пожарить зимой и летом всякие стейки, мяско и так далее на своем гриле. Но он находится на даче. А что делать в Москве? Пожалуйста, вот выход. Что мне здесь понравилось? Есть режим ручной, а есть автоматические программы, при помощи которых можно пожарить, ну, мясо, соответственно, вот стейк я купил. Не нужно заботиться, какая там у них толщина. Короче, гриль умеет все это делать и считать сам. Как у меня это все дело происходило? Нажимаешь клавишу включения, выбираешь программу, ну, к примеру, мясо, дожидаешься, пока гриль разогреется, потом тебе напишут, что окей, я готов, давай. Открываем, кладем. И вот ты кладешь стейк, закрываешь, и, ну, может даже 5 сантиметров стейк положить. Гриль-то поймет, ну, соответственно, здесь все это дело рассчитано. И, исходя из этого, будет тебе дальше автоматически, в принципе, его жарить. Если вообще не разбираешься в прожарках, то здесь вот будет автоматически все показано. Rare, medium и well done. Ну, соответственно, я на видео очень часто открывал крышку и решил до well done дойти, потому что думал, что, может быть, не прожарится. В итоге прожарилось как раз до well done. Так вот, здесь 7 автоматических программ. Можно рыбу, овощи делать, ну, к примеру, вот еще овощи как раз к своему мясу решил сделать. Можно сделать аппетитный хрустящий бекон. Обожаю его. Румяные куриные крылышки. Сделать гриль из овощей или колбаски гриль. Котлеты для бургеров, стейки. Плюс есть режим разморозки, разогрева. Это будет весьма кстати, если вы, например, ждете гостей, а они опаздывают, а вы не хотите, чтобы ваши стейки остыли. Ну и плюс не надо будет в этих режимах ничего придумывать. Время прожарки стейкмастер прольет сам, исходя из выбранной программы и рассчитав толщину продукта между панелями. Мне это еще применение, к примеру, понравилось, ну, не только на кухне, понятное дело, где его место еще, на кухне, а также организуешь тусовку, просто ставишь, к примеру, на стол, сажаешь друзей, подключаешь в сеть, ну и можно, соответственно, жарить не в закрытом состоянии, а в открытом, и сделать некоторые такую как раз барбекю. Пусть все кусочки мяса берут, жарят, или овощи, хоп, съел. Прямо на месте готовишь и ешь. Прикольно, как в Таиланде. Плюс можно тушить в простых фаргированных формах любые блюда, ну, включая плов. Кстати, в комплекте мы находим кучу всякой документации, есть краткое руководство пользования, а есть специальная книжечка, 50 рецептов специально для этого гриля, которая очень красиво все оформлена. Понятно, сколько тебе на каждое блюдо нужно минут, сколько порций, развесовка и вообще как все это дело готовить. Как раз непосредственно к этому грилю. Крылышки куриные, пожалуйста, рыбку, все здесь можно найти. И можно даже печь пироги и готовить десерт, представляете? Вообще использование, кстати, форм здесь удобно не только потому, что они позволяют из гриля сделать духовку, но вот еще потому, кстати, ну, если вы, к примеру, делаете рагу, ну, например, овощное, или томите гречку в формочках, и когда блюдо приготовилось, вы его перекладываете в тарелку, а формочки выкидываете, и гриль остается чистым, не надо лишнего мытья посуды. Очень удобно, когда ты, к примеру, пожарил мясо и открываешь верхнюю крышку, начинает стекать, ну, жир, масло, все это попадает вот в этот канал, и дальше у нас сзади он попадает в специальное отверстие, которое в будущем можно, соответственно, вытащить и помыть. То есть у нас, в принципе, стол остается полностью чистым. Плюс для гриля есть специальное мобильное приложение «Готовим с Redmond». Ну, там книга рецептов на несколько десятков вкусных и быстрых полезных блюд. Все рецепты в приложении описаны максимально подробно, с граммами, пошаговыми исполнениями, с фотографиями. Есть даже учет калорий. Все, что нужно сделать, это выбрать рецепт блюда и подготовить необходимые для него продукты. Да, в принципе, и все. После того, как панели гриля разогреются, они, кстати, быстро прогреваются до 240 градусов, нужно только выложить продукты. Ну и дальше Redmond Grill Stickmaster сделает вообще все сам. Ну и повторюсь,
что определяет толщину сам, это круто. Все это дело происходит при помощи вот этого механизма, который находится вот здесь вот. Определяет толщину и сам начинает тебя готовить. Нагревательные элементы размещены в самих панелях гриля, ну, благодаря этому температура по всей поверхности распределяется равномерно. Ну, сами сейчас можете видеть, как раз на видео вам показываю. И появляется нужная нам румяная корочка. Ну, не всегда у меня получается на своем гриле, к примеру, на даче, сделать ту самую как раз решеточку. Не всегда получается. А здесь, ну, прям сразу на месте она появилась. Не, очень круто, что верхняя часть, она как раз очень тяжелая. Ты прям мясо прижимаешь, да, в принципе, любой продукт, и появляется вот эта вот самая полосочка. Панели имеют прочное антипригарное покрытие, ну и поэтому на них можно готовить практически без масла. Уникальность данной модели в том, что он открывается на 180 градусов, то есть у нас получается как бы две по панели для приготовления. Все делается таким образом. Открываем. Здесь у нас ограничитель, дальше здесь нажимаем на клавишу, и он у нас открывается дальше. Опа. Таким образом, как раз посадил всех за стол, если он большой, то можно жарить и здесь. Круто, мне кажется. Ну, кроме этого гриля, есть еще в линейке Redmond вообще полно всевозможной умной техники. Есть даже грили, которые управляются при помощи телефона. Да, есть такое. Плюс всевозможные умные чайники. Короче, ссылку вам оставлю на этот гриль на сайт Redmond в описании. Переходите, смотрите, кликайте. Прикольная штука для города. Ну, а если у вас, например, на даче нет гриля, то вот, пожалуйста, электрический гриль. Очень удобно. Можно и так жарить, и открыть полностью на 180 градусов, пожарить вообще все. Пишите в комментариях, как вам. Понравился, не понравился, какими грилями пользуетесь вы. Давайте вон там вот внизу. Ставьте оценки. С вами был Илья. До новых встреч. Пока, ребят.